Привет! Меня зовут Аврора, и сегодня я хочу поговорить с вами о чем-то очень важном – о любви. Вы когда-нибудь задумывались, что такое любовь на самом деле? Мой любимый мультсериал – это суперкнига. В одной из серий я увидела, как Иисус Христос исцелил слепого человека. Это было настоящее чудо! Но знаете, что в этом самое важное? Это было проявление любви. Иисус любил этого человека и потому помог ему. И точно так же Бог любит каждого из нас. В суперкниге также есть история о том, как один еврей попал в беду. Его ограбили и бросили у дороги. Люди проходили мимо него и даже не останавливались. Но один человек, самарянин, остановился и помог ему. Это подлинный пример любви к ближнему, который учит нас, что любовь – это не просто слова, но и наши поступки. А теперь я хочу рассказать вам одну историю, которая недавно случилась со мной. На школьной перемене я увидела, что моя подруга Оля сидит одна очень грустная. Я поняла, что Оле нужна поддержка, и пошла к ней. Мы вместе провели перерыв, и она заметно повеселела. Возможно, я не сделала ничего особенного, но для Оли это было важно. И знаете что? Я считаю, что когда мы помогаем друг другу, мы проявляем Божью любовь. Любовь – это не только подарки или приятные слова. Это когда мы заботимся о других людях и помогаем им, даже если никто этого не видит. Как написано в Библии, «Все узнают, что вы мои ученики, если вы будете любить друг друга». Иоанна 13:35. Давайте будем любить друг друга так, как учит нас Бог. До встречи!